Грядущее повышение стоимости проезда в маршрутках города – тема номер один в разговорах жителей Кривого Рога. Отношения у людей неоднозначные. Ты даже не спрашивай. Есть контингент, пенсионеры. Начиная от 100 и до 60, все недовольны. Насколько я знаю, в Кривом Роге самый низкий проезд. Ну, из больших городов. По 4 гривны. Я ниже не видел, дело в том, что поэтому это, я считаю, заслуга, наверное, вашего руководства. В Днепре 5-6 гривен, в основном 6. А вот в зависимости от дальности районов, там Красный Камень и прочее, есть? Да, есть, есть. Вот в основном 6, да, вот если длинные маршруты, а так 5, вот где-то вот такой район. Перевозчики к возможному повышению стоимости проезда относятся по-разному. Кто-то против такого решения, ведь криворожане могут пересесть с маршруток на электротранспорт, а кто-то наоборот, за. Плохо, потому что это повлияет что на людей, что на нас. Планы поднимутся, люди уйдут, трамвай рук 50. А у меня маршрут полностью перебитый, всем, ну, трамвай. У меня полмаршрута трамвай едет. Конечно, надо повышать, потому что запчасти дорожают, газ дорожает. И это... Мы фактически отрабатываем так. Зарплаты никто не решает, что повышать? Конечно, люди возмущаются, конечно, зарплата людей, тем более пенсионерам. Ну, а нас, для нас, водителей, запчасти, плюс газ, дорожают все. Конечно, надо поднимать. Ну, не на 6, но хотя бы 5. По мнению гражданских активистов, необходимость постепенного повышения стоимости проезда обусловлена вовсе не ростом цен на топливо и запчасти. Говорят, это обходной трюк. Вопрос в том, почему сегодня вопрос, почему эта тема поднимается сейчас. Потому что все мы знаем, что на 20 декабря назначен тендер на закупку 30 как бы, коммунальных автобусов большой вместимости для города. И перевозчики, которые перевозят пассажиров на маршрутных такси, как бы, ну, понятно, что они опасаются, что эти автобусы снизят количество пассажиров. Пассажиропотоки на маршрутках могут упасть, и они как бы осознанно это понимают. По словам чиновников, в конце прошлой недели к ним обратились автоперевозчики с просьбой пересмотреть или скорректировать стоимость проезда. Причина – рост цен на бензин. Что касается автоперевозчиков, дифференцированная цена. Почему? Потому что на некоторых маршрутках он останется на уровне 4 гривен, как на сегодняшний день, и на ряде вопросов он поднимется до уровня там, 5-5,5 гривен. Почему это связано? Потому что 93 маршрута на сегодняшний день только на пассажирской сети по троллейбусу, по маршруткам. И фактически у каждого разная длина, каждая затратная часть и абсолютно разный пассажиропоток. В течение месяца чиновники обещают провести общественные слушания, в которых может поучаствовать любой желающий. Методику расчета впоследствии проверит антимонопольный комитет. И там уже будут решать, насколько обоснованы новые тарифы. Александр Фифилатев, Максим Пономарев, Первый городской.